Просто поймите одну очень простую истину. Вам дано это тело, и с ним вам придется жить всю жизнь. Поэтому лучше не откладывать этот приятный момент, а полюбить себя такой, какая вы есть, прямо сейчас. Со всеми достоинствами и недостатками. Какой толк жить с чувством неудовлетворенности, печали и грусти, если можно жить, радоваться, наслаждаться жизнью и получать от нее удовольствие? Не откладывайте жизнь на потом, радуйтесь тому, что у вас есть сейчас. Учитесь получать удовольствие от маленьких радостей. Это один из великих секретов счастья. Балуйте себя, ухаживайте за собой, подмечайте счастливые случайности и моменты в вашей жизни, а их будет все больше и больше счастливых случайностей. Благодарите себя, будьте радостны.